Всем привет, друзья! Вот, наконец-таки, дошел я до аналитики, на видео записал вой полтергейста на камеру. Сегодня я попытаюсь разобрать все моменты, происходящие на видео, а также разберу те моменты, которые я не заметил при монтаже и при съемке самого видео. Вы прислали все в комментариях, поставили тайм-код. Всем большое спасибо, кто это сделал. Все эти моменты сегодня я попытаюсь разобрать. Первый момент. Минута 8:54. Там, где возле стола, здесь прилетает комар. Многие подумали, что это орб, но это не так. Это был обычный комар. 9:41. Я подхожу к выходу, и слева от меня силуэт будто бы лица. Это, как я считаю, это всего лишь игра света. 13:56. Я смотрю в проход, там, где был звук. И вдруг слева от меня начала катиться кружка. Здесь уже, конечно же, не совпадение. Это конкретно задействована паранормальная активность. Потому что кружка лежала все время, как я туда пришел, она так и лежала. Я полностью уверен, что здесь связана паранормальная активность. Минута 15:29. Я сижу за столом, и вдруг на двух свечках начали дергаться огни. Это тоже неспроста. Я считаю, что здесь также задействована была паранормальная активность. И где-то она находилась неподалеку от меня, неподалеку от стола. Но вой произошел уже в другой комнате. Я считаю, что эта сущность могла передвигаться вообще в секунды. Сейчас возле меня, через секунду она могла быть уже в другой комнате, могла быть на чердаке, в подвале, где угодно. Поэтому здесь я также считаю, что полностью задействована паранормальная активность. 15:31. Позади меня двигается шторка. Но она еще, конечно, и до этого двигалась. Все потому, что там нету стекла. 17:31. Я уже в другой комнате со свечами. И вдруг они начали трещать и коптить. Это первые признаки того, что рядом со мной что-то было паранормальное. На минуте 18:50 снова был вой. Я находился в другой комнате со свечками. Когда я ближе подошел к серванту, свечки начали, опять же, дергаться. Пламя свечей начало дергаться. Там окна все были целые, сквозняков не было. Это говорит о том, что эта сущность стояла где-то рядом неподалеку от меня. Как говорил ранее, это полтергейст, который охраняет дом. Точно, конечно, утверждать я не смогу, пока у меня нет ЭГФ. Как будет ЭГФ, скорее всего, я туда снова съезжу и попытаюсь узнать, кто же это на самом деле. Полтергейст, либо хозяева этого дома. На минуте 22:43, когда вся мебель сдвинулась, я заходил в комнату, и в этой комнате от того, что все попадало, упал стол, там была пыль. Многие подумали, что это орбы. Нет, это были не орбы, это летала пыль. Еще один момент на минуте 22:56, когда я поворачивал камеру вправо, в правом углу, возле комода, было какое-то пятно. Я не знаю, либо это тень, хотя тень я никак не мог издавать, потому что я стоял, от меня тень не исходила. Свет был поставлен так, что моя тень не была там видна. Что это за темное пятно, я не знаю, не могу сказать. Но оно там было. Вы можете сейчас вот внимательно посмотреть, я сейчас замедлю этот момент, приближу его. Что это за пятно, я, конечно, не могу сказать.
Но вполне возможно, что это и есть та сущность. Просто когда она уже напиталась энергией, моим страхом, и вот эта сущность начала визуализироваться. То есть, чем больше она набирала энергии, тем, скорее всего, я мог ее увидеть. Пусть даже вот таким пятном, но уже мог как бы вполне ее заметить. Я бы, конечно, не сказал, что в этом доме слишком была жуткая атмосфера. Как бы я себя чувствовал там не сильно уж так, в таком напряжении. Был страх, конечно, был страх, но, допустим, даже по сравнению с домом ведьмы, то я намного меньше боялся в этом доме с полтергейстом, нежели в доме с ведьмой. У этой сущности хватало сил, чтобы принести мне значительный вред, так как силы у нее было много. Раз в другой комнате вся мебель была свернута, то запустить какой-то предмет меня этой сущности не составило бы труда. Спасибо за просмотр данного видео и всем пока. Здесь обитает простой полтергейст. Он как бы охраняет этот дом. Ты здесь? Думаю, пора отсюда уходить. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь возле заброшенного дома. Мы здесь уже были. Снимали здесь про полтергейста. Ну, узнали, что здесь полтергейст. Он чисто охраняет этот дом. Сейчас. Небольшая предыстория. Сейчас покажу дом. Вот он. На канале Нерв есть видео. Так, вот я уже тут разложил вещи. В общем, кладоискатель залез в подвал. Ну, искал клад, я так понимаю. И его завалило вроде бы досками, я уже точно не помню. В общем, когда мы сюда пришли, мы узнали, что здесь обитает простой полтергейст. Он как бы охраняет этот дом. Вот, сегодня я приехал узнать, точно здесь полтергейст или, возможно, здесь что-то другое. Может, здесь хозяева дома, ну, бывший хозяева дома, уже мертвый. Так, вот я тут кофе пью. На улице дождь идет, я весь мокрый. По лесу нужно было идти где-то километра 3, там еще плюс грязь. В общем, сейчас я разложусь, расставлю, поставлю, вернее, камеру, расставлю свет и буду ждать. Вернее, я даже, наверное, проведу сеанс со свистком, потому что неизвестно, когда этот полтергейст проявит себя. Ну, в общем, как-то так, все. Друзья, вот пока устанавливал свет. Может, мышь? Я не знаю, но уж какой-то писк слишком громкий для мыши. Помню, мы брали эту пластинку и, вернее, открылся ящик один, и там лежал вот это.
обложка от пластины. Вот здесь мы проводили сеансы ГФ. Так, друзья, ниточники, чтобы не говорили, что вот это нитка, это кабель, антенный кабель. Кстати, по поводу ниток, с прошлого видео я сделал аналитику именно на то видео, чтобы конкретно показать, что это были не нитки, это был мусор. Так, ладно, это все потом. Аналитика. А сейчас я буду дальше продолжать раскладываться. Ну и если опять будут какие-то звуки, то я, соответственно, включусь. Так. Так, друзья, все, расположился. Вот расставил свечки. Потому что буду выключать свет. Так будет более эффективней. Так, вон там еще две свечки. Здесь одна. Ну и здесь, где я буду сидеть. Опять будет сейчас этот писк. Камеру установлю на штатив здесь, сам буду здесь сидеть. Кстати, вот диктофон, по этому диктофону я буду задавать вопросы, и ну конечно я их слышать не буду. Если будут там ответы, то вы их услышите, но я их, к сожалению, нет, потому что он не пишет сразу в фоновом режиме. Он записывает. Запись я уже помещу. Все, что он записал, я уже помещу в видео. Ну и на монтаже, соответственно, я уже услышу, если там будет кто-то говорить, ну, отвечать мне. В общем, все, сейчас здесь расположусь, зажгу свечи, выключу свет и буду начинать. Так, друзья, надеюсь, видно будет хорошо. Вот диктофон. Не знаю, сейчас. Блин, кранчик не видно. В общем, ставлю вот на запись. А по поводу еще забыл сказать, вторая камера после последнего моего визита в дом ведьмы, она перестала принимать флешку. Она сейчас в ремонте, поэтому снимаю вот только на одну камеру. Итак, здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. Если здесь кто-нибудь есть, дай знак.
Это ты? Где ты сейчас находишься? Ты прямо передо мной? Свет. Ты здесь? Слышали вы или нет? Такой звук. Может, просто полы? А, ну да. Где ты? Ему свет помешал. Но там темно, там без света все равно ничего не видно будет. Сейчас закажу свет. Тишина. Не знаю, диктофон что-нибудь записал. Снова. Ладно, сейчас камера снова установлена на штатив. И тогда включу. Друзья, не успел установить камеру. Как снова там. Слышно вам это? Где-то за дверью тут. Понятно. И на печке.
Даже свисток не пригодился. Так. Сейчас. Блин. Ты сейчас здесь? Где ты сейчас находишься? Ты еще здесь? Нет, боюсь, свет спугнет. Попробую свечку взять. Она будет видно. Не, наверное, это я. Даже три возьму. Бля. Ты здесь? Дай знак. Если ты здесь, дай знак. Я слышал, ты сейчас издавал звуки.
Ой. Сейчас я возьму свет. Я думаю, активность уже хорошая. Сейчас я включусь. Так, все, друзья, сейчас попробуем. Камеру установил, свет. Это включил, сейчас зайдем. Пора отсюда уходить. Что-то мне не нравится, что я тут. Ты здесь? Ты здесь? Надеюсь, что не будет записано.
Ладно, друзья, затишье какое-то. Буду собираться потихоньку. Включусь, если что-то будет.